На протяжении нескольких недель продолжаются публичные разборки знаменитой в Российской Федерации исполнительницы музыкальных композиций Анастасии Слоневской, которую зрители и слушатели хорошо знают по творческому псевдониму «Слава», и популярного российского пластического хирурга Тимура Хайдарова. Весь этот период артистка пристально следит за сообщениями всех других пациенток этого медицинского специалиста и всячески поддерживает их. Как утверждает Слоневская, она хорошо осведомлена обо всем, через что им предстояло пройти, когда они ложились под скальпель Тимура. Слава уверена в том, что многим людям просто не дано понять, какой крупный стресс испытали все клиентки Хайдарова. Они не могут понять, что каждую ночь лежите, у вас это гниет, течет, вам больно, вы смотрите на себя в зеркало и кажется, это никогда не пройдет, рассказала знаменитость в личном блоге. В заключение исполнительница обратилась ко всем девушкам, которые оперировались у Хайдарова, и призналась, что счастлива от того, что рассказала о проблеме. «С грудью Тимура Хайдарова у меня прошло не так уж и плохо, по сравнению с вами. Но я рада, что открыла этот ящик Пандоры», — поделилась певица.